Я оцениваю ее Да, работу. да. Абсолютно нормальный человек выполняет свои функциональные обязанности, на него положено функционально контролировать комиссии определенные. Он контролирует, работает. У меня Претензий нет. замечаний и претензий к нему и быть не может. У него могут быть замечания со стороны главы областного совета, может быть, со стороны депутатского корпуса или же фракции, от которой выдвигала его. То у меня нет абсолютно никаких замечаний.